Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня тема выпуска – это шитье по коже. Расскажу немножко о своих жалких экспериментах на этом поприще. Ну, а самое главное, друзья, мне пришел вот такой здоровый, классный, дорогой набор инструментов скорняка. А начать хотелось бы с того, что пару лет назад, разбирая дедовые вещи, я нашел вот такой вот инструмент. У меня дед по коже не шил, у меня дед подшивал валенки. Вот, ему все село их носило, и вот это он применял. То есть это для разметки, я так понимаю. Ну, а здесь было шило, здесь был крючок, он обломался. Вот, я забрал эту штуку, положил себе в ящик, и потом, когда уже увлекся ножами, думаю, а почему мне не сделать чехол для ножика? Ну, вот типа такого. Это оригинальный чехол от советского ножа. Вот такой вот нож. Вот, в Советском Союзе, надо вам сказать, что делали чехлы отвратительного качества для карманных ножей. Вот этот вот дермантин, он весь разваливается. Собственно, именно поэтому до наших дней ножей в оригинале, в родных чехлах дожило не так уж и много. Просто чехлы разваливались. Я не знаю, что в стране кожи не было, что ли, кожаных. Даже, друзья, на дорогих, хороших охотничьих ножах, да, которые там продавались по лицензии, все равно какие-то дурацкие дермантиновые коричневые чехлы. Позор. Я считаю так. Вот. И я решил себе сделать пару чехольчиков для ножиков. Ну, например, вот для моего Викторинокса. Это был самый первый чехол, который я шил. Он получился достаточно коряво. Вот. Но как бы свою функцию выполняет. Дальше я начал развиваться как мастер. Опять же, пользуюсь только вот этими инструментами. Еще пару иголок у меня есть. Вот. Что если следующий я сделал вот этот нож. Это нож моего деда. Здесь кожа потоньше немножко. Это было проще шить. Уже поаккуратнее. Ножик вот такой. Ну и, собственно, похож на... Давайте ножик покажу. Как-нибудь сделаю на него обзор, расскажу его историю. Это тоже интересно. Вот. Нож такой... Чехол такой получился, как кожаный чулок. Ну, выглядит прикольно. Мне нравится. Вот. И вот апофеоз моего мастерства. Чехол вот для такого, опять же, советского ножа. Вот здесь уже... Более или менее что-то пытался сделать, пытался, вот видите, загладить как мог шов, сделать его ровным. Но, друзья, на самом деле дело это непростое, шить по коже. И все зависит, как и в любом другом деле, все зависит от инструмента. Вот такими инструментами работать невозможно. Именно поэтому я не так давно заказал себе инструменты из Китая. И давайте же я вам покажу, что мне пришло. Я буду по одному доставать отсюда инструменты, и мы будем его рассматривать. Напомню, набор стоит 2000 рублей. Вот. Шел он, кстати, пару дней буквально до меня, совсем немножко. Вот такая штука. Это, я так понимаю, это стамеска. Вот. Ну, я ее так, во всяком случае, назвал. То есть это для того, чтобы вот так, хоп, видите, насколько острая штука. Чтобы подравнивать края. Раз. Едем дальше. Основной инструмент – это шило. Оно маленькое совсем. Давайте его опять же сравним с шилом моего деда. Да? Почувствуйте разницу. Но маленькое, приятное, удобно лежит в руке. Не знаю, возможно, будет наминать. Я бы, конечно, шило сделал бы ручку потолще. Но тут уж, как говорится, не выбирает. Два инструмента. Дальше вот такая вот классная штука. Это что такое? Это пробивать отверстия в ремнях. Здесь у нас 4, 3,5, 3, 2,5, 1,5 и 2 мм отверстия на самом зажиме может пробиваться. Вот так выглядит, первый раз достаю. Вот, здесь получается цанговый зажим, это называется, да, наверное? Наверное, да. Зажимается и потом вот так. Видно здесь резьба, собственно, давишь. Она давится, это... А это прокручивается и прорезает необходимое отверстие. Еще вместе с шилом было два вот таких вот ножа. Я, кстати, не уверен, что это ножи. Вот. Надо будет разбираться. Я же говорю, я особо не шарю в этих делах. То есть я заказал большой набор, а что точно мне придет? Я... Там их наборов очень много, на фотографиях вещей куча. Вот, следующий предмет. Следующий предмет. Поэтому, друзья, если кто-то занимается кожевенным делом, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, с удовольствием возьму консультацию. Это нож. Я так понимаю, что это нож.
нож-стамеска. Вот. И опять же, посмотрите, насколько острый. Это выглядит прям классненько штука. Дальше. Дальше зубчатое колесо. Для чего оно, спросите вы? Ну, это все просто. То есть мы берем кусочек кожи, проходимся колесом, остаются отметины. И дальше мы пробиваем эти отметины и начинаем шить. Здесь у меня есть замечание, оно болтается, само колесико, но здесь я подложу парочку шайб, и будет все хорошо. Вот, дальше пришла вот такая штука, еще одно колесо. Здесь на этом колесе будет шаг нитки меньше, чем на этом, соответственно, будет такая тоненькая. Но это очень похоже на то, что было у моего деда и у меня. Дальше едем, еще одна штука. Тоже не знаю, что это такое. Выглядит вот так. Очень похоже вот на эту. Опять же, друзья, кто знает, напишите в комментариях. Я буду потихоньку разбираться. Сейчас моя задача просто показать вам, вот из чего состоит такой набор. Просто вдруг задумывались о приобретении. Вот, я вам показываю. Кстати, качество прям у всех предметов. Хорошее прям металл. Все нормально сделано. Вот такие вот вещи. Это, собственно, пробивать под швы. То есть мы намечаем этой штукой швы, потом ставим, бьем. Ну, я начну, когда снимать сейчас какие-нибудь свои кожевенные эксперименты. Я, естественно, буду рассказывать, как пользоваться каким инструментом. Вот, тут как бы интерес в том, что я нахожусь на максимально начальном уровне, и, соответственно, вот, можно будет учиться на моих ошибках, но я считаю, что подобные видео, подобные каналы, они для того и созданы, чтобы вот кто-то что-то делал и рассказывал о своих ошибках. Мне когда пришел этот набор, я открыл коробку, и там сверху лежала вот так вот в россыпи. Она такая: ты заказал из Китая 5 пилок для ногтей? Ну, по факту, да, это пилки для ногтей. На самом деле, это наждачка, шкурка. Пишите в комментариях, что где там на самом деле шкурка. Для чего эта вещь? Это я знаю. Это для того, чтобы зачищать вот так края заготовок. Откладываем. Едем дальше. Вот такая вот штука. Вообще не знаю, что это. Но я предполагаю, ввиду того, что здесь же в комплекте лежало вот такое странное лезвие. Это похоже на безопасную. Типа Нева. И, наверное, она вставляется пополам, наверное, надо переламывать и вставлять вот сюда. И тогда будет нож. Опять же, не уверен. Вот, надо будет гуглить. Но такая штука мне тоже пришла. Вот, вы скажете, а что сразу не загуглил? Ну, просто, мне кажется, в таких вещах прикольно, когда вот сразу человек достает что-то из коробки и показывает. Вот то, как оно пришло из Китая. Если бы я гуглил, разбирался, начал бы шить, ну, это уже был бы бэушный инструмент. Давайте я вам сейчас вот открою свою коробку с инструментом и ее начну показывать. Зачем это надо? Надо показывать новые вещи. Вот, еще одна вот такая вещь. Тут откручивается. Но я так понимаю, что это тоже типа цанговый зажим. Нет, это не цанговый зажим. Вытаскивается эта вещь и зажимается вот так. Это какие-то радиусы прорезать, делать. Да, потому что вот здесь вот она. Вот здесь заточка есть на и отверстие. Ну и разберусь. Не уверен, что это прям очень нужная вещь, но может так оказаться, что это самое нужное. Кто знает? Кто знает, для чего все это? Дальше. Не останавливаемся, друзья. Очень много всего. Вот такая штука. Я назвал это пинцет. Скорее всего, он называется как-то по-другому. Ну, типа тисочки. Опять же, как это применяется, то есть надо нам, ну я так понимаю, надо нам прошить вот здесь вот какой-то радиус. Мы поджимаем и проходимся дальше, и вот так вот мы как бы поджимаем, потому что в коже, когда шьешь кожу, главное, чтобы хорошо примыкало. Кладем сюда. Так, я думаю, что в комплекте вот с этим идут маленькие лезвия, тоже вот сюда, и еще один предмет, вот такая вот штука. Вот, это... Ну, я примерно представляю, для чего это. То есть это то же самое. Вот затирать швы, видите, тут разные есть радиусы по затирке. Ну, как минимум для этого. Это тоже для чего-то нужна, там, что-то затирать, что-то делать. Вот. В общем, друзья, вот такой набор шитья по коже ко мне пришел буквально на днях.
Я думаю, что все, кто там ковырялся в интернете, заходил на Алиэкспресс, всем попадалась такая штука, всем было интересно, о, что это, для чего это, ну вот я заказал. Вот можете посмотреть и решить для себя, заказывать себе такую вещь или не заказывать. Я в ближайшие дни начну уже шить при помощи этого набора. Ну и, наверное, начну уже снимать то, что я шью, свои какие-то первые попытки, эксперименты. Собственно, буду учиться, буду рассказывать о своем опыте, буду рассказывать о своих ошибках. Вот, и о том, что получилось. Надеюсь, кого-то это заинтересует, и кто-то тоже увлечется чем-то подобным. Спасибо, друзья, за просмотр. Опять же, повторюсь, если есть люди, которые занимаются этим ремеслом, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот и это вот что, например, вот и это вот для чего. Да, ну и в целом, где почитать, было бы тоже очень интересно, если бы скинули какую-нибудь ссылку на какие-то ресурсы, где посмотреть, где почитать и где этому можно научиться. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Делайте вещи своими руками. Спасибо за просмотр. Пока-пока.